Я не знаю, мне кажется, что каждый человек сам избирает для себя какой-то лозунг, да, сам себя призывает и активирует каким-то действием. Задача каждого человека – делать в своей жизни что-то такое, что будет улучшать этот мир, да, улучшать общество, улучшать жизнь в стране в общем и целом. Мне очень сложно сравнивать прежние времена и то время, в котором мы сейчас живем. Могу сказать, что мне нравится это время. Я не думаю, что все те проблемы, которые существуют на сегодняшний день, их не было в прошлые времена, в прошлые века, там, при царской России. Всегда, так или иначе, все довольно циклично, просто немножко в разных формах, в разном количестве. И мир, конечно же, меняется, мир растет. И я надеюсь, что мир... Я как бы за мир, за глобализацию, скажем так, мира. Я за объединение людей. Здесь нет чего-то нового, что можно было бы сказать. Хочется, чтобы было как можно меньше конфликтов, чтобы жизнь обычных людей, мирных, как можно меньше соприкасалась с какими-то политическими моментами, да, чтобы не приходилось драться за свою страну. Это, мне кажется, неправильно. Нужно делать мир лучше, а не разрушать его. Вот как-то так я могу на этот вопрос ответить.